Ого, Вова, там что-то строят. Вот так вот красиво отгородили. А запах чувствуешь морковки, блин? Морковка. Кабачок. Ох, какое дерево, блин, шикарное. Не видно, конечно, но... Подземный ход, прикинь. Ему свыше, по-моему, 6000 лет. Вот храм в Камбодже, там, где снимали Анджелину Джоли. Угу. А у них два храма, два комплекса храмов. Не ошибаюсь. Я не вижу ту лестницу, которая меня убила. Думаешь, темно где-то есть? Лебеди. Смотри. Лебеди. Нифига, слоны, смотри какие. Ну и понятно. Искусственно. Цветов, смотрите, какие слоны прикольные. В цветах. Смотри. Смотрится обалденно в цветах. Ну. Я вот знаешь, что заметил? Китайцы любят трогать. Смотри, смотри. О, мужик сидит. Так это же прикольно. Какие цветы прикольные. Красненькие, смотри. Я знаю. Ну, блин, ты пошел, а чё мне-то? Наоборот, в кайф. Очень красиво. И заметь, светодиоды. Все, ну вечно, чё? Ну поставил один раз и забыл. Ну даже если сломались, то они стоят не так дорого здесь. Да, и потребляет мало. То есть можно каждую ночь позволить себе включать. И причем освещение 3D, видишь, объемное. Специально делают, чтобы полностью захватить образ. Вот сейчас у меня вот эту башню в начале видео видно. О, Будда, да? Да. А я не видел его в начале. А вон там у нас что? А, ну вот туда мы не спускались. О, дракон. А, да, мы начинали с ним.
Но сейчас его хоть на камеру видно настроить. И вот ворота. Смотри, вот теперь видно все. А вот дерево, как мы заходили, вот круглое. Но выход вот там, пойдем обойдем уж с этой стороны. Вот тоже, блин. Ах, кусочек мне захватили. Да, умерли перфекционисты. Я такого у нас не видел. Ну, мне потом в комментариях напишут. Да ты нигде не был. Ты из дома не выходишь. Да, я не выхожу, но я много чего видел. Ну, лично я получил... Быть и не знать, это какое-то, я не знаю, духовное удовлетворение сегодня. Декабрь, ребята. А я вот, если посмотреть, я весь мокрый, просто весь мокрый. Декабрь. На меня стаи, блин, где-то смотрели. Короче, знаете, это когда увидели, что у меня там куртка, она так улыбалась долго. Причем теплая у меня. Он говорит, типа, what you from? Я говорю, Russia. Русья. Да. Ну, я уж так. Вот что тут делают, смотрите. Стройки, походу, еще идут. Ага. Масштабы, масштабы, ребята. Я просто молчу, какие стройки века тут. Мы отдыхаем. И никто тут не ходит, не хвастается. Блин, еще с этой стороны оказывается, вон, смотри. Вон. Метод шлифования. Метод шлифования. Вон там вот метод шлифования. Не покажу вам зарядку что-нибудь. Вау! 3D. Я вот сюда домой хотел такое. Я в рекламе видел. А я думал, блин, где они это? Да. Симпатично смотрится, смотри, когда их много. Когда много смотрится, вообще обалденно. А представь, зимой даже такое сделать. Разноцветное, не просто белое. Ну что? Ну что, шлифуй! Ух ты! Вообще! Самолеты только летают. Это кто? Русалочка? Русал! Не, смотри, тут что-то другое. Да, все есть. На рыбах. А... Не знаю, кто это. Ой, как красиво деревья сделали. Что-то романное.
И вот мы, ребята, в Париже. Наконец-то. О, Франция! Капец! Просто пройти за ночь все страны мира, слышь? Ох, какой камушки! Ох, какой ресторанчик! Вот там водопад! Прикинь! Офигеть! Искусственно! Искусственно просто сделали из бетона красок и немного фантазии. Кафе. Лабиринт. Тыковки. А, это знаешь что? Смайлики. Страшно, смотри, большие. Отправь жене смайлик. Блин, вспышку. Нет? Нормально? Да? Хорошо снял. А вон, смотри, вот это из ужасов. Ночь. О, это Винтик и Шпунтик, наверное. Ну, это я знаю кто. Метод шлифования, наверное. Он у него два раза зашлифовали ему. О, вообще. Слушай, я такого не видел вообще ни разу. Это тоже откуда-то. Это может они своего добавили. Типа летучая мышь, паук и ребята, как он называется, мост этот, вот эта арка, это вот так вот. Когда я это учил, я был стар, но здесь-то точно ее не было, ее же перетошили. Это что? Колизей? Колизей, это... А, ну прям так это пруды эти. Слушай, они рабочие походу днем. Фонтан такой, наверное. И тут тоже фонтан. Голова быка, лошади, собака. И еще кто-то, осел. А, это бык. Да-да, в Лондоне были. Обалдеть. Так, сейчас. Вот, смотрите. Короче, я тут. Я тут. Мы тут. И вот тут мы. Мы вообще везде. Мы теперь с вами альтернативно познаем мир. За один урок мы с вами прошли все страны мира или великие достопримечательности. Может, что-то не зацепили, было темно. Но тут даже гриб есть. Тоже, я считаю, достопримечательность. О, а там что, какие-то козлы стоят. Но она, наверное, уменьшенная, да?
Я не представляю просто какого она масштаба, ё-моё. Реально голова аж кружится. Повторить копию точную. Со всеми нюансами. Со всеми, да. Не, это подделка под гранит. Но очень красиво. Очень красиво. Ух. И вот тут вот я не знаю, что это. А, это из мультика. Я не знаю, что они эту собачку полюбили. Была такая собачка из мультика немецкого вроде бы. Я забыл, как называется. У меня сын смотрел. А оригинально вот она, вроде бы. Вот эта собачка. Вот это вообще с черными глазами. Гиконару. Кто? Гиконару. Да ты чё? Я не знаю просто, что это такое. А вот это чё? А вот это чё такое? Вот, блин, свет выключили. Все, короче, говорят, типа, убирайтесь отсюда, идите туда, где свет. Я не знаю, что это. Вот там стоят, мир держат. А эти, я помню, что... Я тоже, эти, три Геракла или как они? Из Рима, может, нет? Так, ну что, пошли. Пошли. Ой. Ну, обычно вверх надо туда идти. И смотри, везде здесь эти пошли. То есть мы идем везде. Есть, как они называются, не водоемы, а как бассейны с водой. Кони, 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 чувак. Утки. Не знаю. Что это такое? Вау. Такое прикольное. Оно как это пластиковое. Офигеть. Вот что мне доставляет удовольствие. Я как китаец. Не лежу что-нибудь потрогать. Я таких фиговин не смотрел, не видел, блин. Блин, ну вот смотри, самый прикол в том, что это центр города. Ни бумажек не валяется, ничего. Ни вот грех. Валяется что-то. Это листва упала. Ну так еще валяется. Сейчас вот через 5 минут придут и уберут. Да? Вопрос в другом. Смотри. Люди гуляют. Вечером можно прийти в парк и ходить. Не так, кстати, дорого уж и стоит. Ну да. Но ты получишь и моральное, и физическое, и эстетическое удовольствие. Ну ты пришел, зашел и наслаждаешься, короче. Да. А не то, что там ходишь, там тебе продавцы на каждом углу орут. Все тут в меру. И тишина, смотрите, тишина. Мы идем, китайцы вокруг нас, мы громче разговариваем, чем они. Даже как-то что-то не по себе. А вот эта Стелла тоже что-то знакомо. О, вот, смотри, это Рим. Его уже плохо видно. Короче, я сколько там наснимал часов-то, я не знаю. За сегодня я наснял, получается, где-то 120 гигов. Да, но ты не понял, вот эта камера-то снимает Full HD. В полный view, вот такое вот там расширение. И вот здесь я наснимал только на эту камеру часа 3. Я в шоке. Нифига, это ствол. Нет, это арка, искусственно. Арка. Это бивни. Это из этого мультика Ябадабаду. Капец. Ничего себе. Блин, красотень, слушай. А вот самое смешное, ты придешь днем, и ты для себя другое откроешь. Да.
блестит. Это что-то типа гипса, пустое и покрашенное в белый цвет. Но все равно прикольно смотрится. О, смотри. Здорово. Мужики, что, как дела? Романыч, что-то ты это, с СБ похудел, что ли? Давай я тебя сфотаю. СБ похудел. Давай телефон включай, я тебя сфотаю. Романыч, можно с тобой хоть сфотаться, а? Не, подожди, я тебе сейчас... Так. Не знаю, посмотришь. Садись, я тебе сфоткаю с Романовичем. Давай с Романовичем, надо. Сейчас, секунду. Ну, смотрите, как это все в реале происходит. Романыч, давай. Мозг будет. Не сразу. Ну, появится. Жене. Пирамиды! Все, я везде побывал, смотри. Ну, я тут самый громкий, да, сори. Класс. Офигеть. Поближе. А ты не хотел домой, я устал. Да я не про то. Я хотел. Просто балдежно. Да. Оно где-то так в реале и было. Но вот реплика, скорее всего, вряд ли там этот сфинкс так находился от него. Далеко. Или это был видео? Вау! Слушай, тут если вода еще бежит вот здесь, то вообще шикарно. Закрыт проход. Но все равно, блин, класс. Я хотя бы вот так покажу. Ща. Вот он. Вот он, сфинкс. Да, выше не могу, там люк должен быть. Стопудовый, и золото там хранится. Вот тоже что-то смотри. Палатка это. А? Ну я тоже хотел сказать, но это не это. Что-то другое. Это как это. Племена в Африке. Африканский стиль какой-то. Но, к сожалению, там уже неплохо видно все. Блин, да тут можно вечно ходить. А, тут получается, хочешь ты все обойти, можно сесть на вот эту вот вагонетку, да? И в 3D, так скажем, сверху вниз посмотреть. Да, вот. Там какие-то статуи, какая-то хижина. Хижины. Класс. Центр города и тишина. Слышь? Вот она идет. Ну вот линия. Монополис, поезд. Монопоезд над нами. Ну тут все так сделано. Видишь, ты даже идешь по свету. Грубо говоря. Да? Ну что, пошли. Да нам не туда. Мы туда уходим вдаль, в луг. Все. Ну так, когда поднимемся. Да. Всякое.
красота. Сейчас бы попить чего-нибудь. И домой. И спать. И завтра что-нибудь еще. Один в один. Вообще не маленький. Обратно что гасит? Типа давайте уходите. Идите на свет. Оригинально, слушай. Правильно что? Романыч, извини, с тобой долго не пообщались. До следующего раза. Не обижайся. Не дуйся. Не дуйся. Все будет хорошо, давай. И тебе тоже пока. Не пользуйся автомобильными аккумуляторами, это зло. Останешь как твой брат. Шимпанзе. О, слушай, я и похудею хоть. Дома ходить холодно. А похудеешь реально, потому что жарко, ешь много, ешь мало. Худеешь быстро. Ну это очень хорошо. Куришь мало. Давай курить все время. Я про себя. Ну вот это-то. Оля, а что Максиму на гербарии набрать листочка? Так, вот здесь этот подъем. Ага. Очень красиво, короче. Не знаю. Слушай, без пива можно отдохнуть, прикинь. Как-то. Вот, причем мы даже не сидели. Мы просто ходим и наслаждаемся. Я не знаю, сколько мы часов тоже ходим. Два, наверное. Больше. У тебя часы-то есть? Больше. Мы в 7:30 зашли. 2.5 часа гуляем, что ли? Ну, мы час мы смотрели. А, нет, мы в половину 20 зашли. Минут, 20 минут мы посмотрели эту хрень. Да. Закончилось. И потом пошли уже гулять. Вот видите, вредная привычка какая. Если что, вот видите, китайцы вот так вот курят. Им можно. Это ихняя страна. А вы должны соблюдать правила дорожного движения. Да, этикета. Yeah. Знаете, я еще что заметил? Когда они говорят что-нибудь, ну, в поиск или еще что-нибудь, они говорят динамик, они где микрофон? Вверх. Для меня как-то удивительно. То у них совершенно другой этот. Красиво, шикарно, я вообще балдею. Честно говоря, даже не думал, что здесь реально что-то может быть подобное. Я не знаю, почему народ этого не показывает. Вот смотри, а почему бы такого не сделать, например, в стране, да? Экскурсию провел для детей, показал, как это выглядит в реале. И не просто вот так в книжке где-то старые. Да. Это, знаете, воображение развивает очень сильно. Как бы, не знаю, может быть, расширяет кругозор людей, именно заставляет развиваться, я не знаю, внутренне, духовно. Это, блин, я не знаю, фантастично. Вот, с элементами юмора. И ничего в этом нет такого зазорного. Все нормально, абсолютно. Вообще.
вот даже по стилистику, да, вот, ну что такого, просто возвели, ну очень похоже, красиво смотрится. И это сделали, знаешь, мне кажется, как этот ориентир, чтобы из парка выйти. Да. Вот его с любого места парка видно. Вот, ты знаешь, что... Тут надо к нему, да, иначе... Да. А тут пипец, забудешь нахуй. Представьте, как все просто и интересно. Все продумано. Обалдеть. Шевжене рулит. Короче, я теперь понял, надо не доллары собирать, а юань. Комната страха. Тут где-то под землей вентиляция. Наверное, тут вообще страху. Слушай, это живой фонтан. Офигеть. Да-да-да. Цветы, растения, цветы. Ну, пойдем обратно, а? Да нет, вот сюда должен быть. Вот он, этот Колизей же. Он сразу должен быть. Вот здесь где-то подъем наверх. Вот он. Вот прямо. А он, ребята, наверное, на выход. Да нет, не туда не идет. А нам наверх. Их пока, видишь, пока не выгнали, их направляют гулять. Мне кажется, вот сюда. Через сцену пройдем. Ну, видишь, они тоже потерялись. Вау. Не, я-то по лесу-то хожу, что тут ориентироваться-то? Египетская штука. Вот такая вот закулисье. Это со стороны мы вон там сидели. Вот она 3D-сцена. И вот тематика из Лары Крофт. Как Нестер выразился, да? Угу. Там поверху можно прыгать. А, египетская, да-да-да. Вот там на разрисованы стены. Тут, смотри, специально можно залазить, видишь? Главное, чтобы не разбиться. А? Зачем? Специально это щит от города. Дополнительный шума дав. Где-то вот здесь. Вот. Ура! Мы вышли. Ну, видишь, и двух китайцев вывели за собой. Видишь, да? Помощь. Ох, смотри, какое дерево классное. Прям из этого короля обезьян. Вот, ребята, ночной Шэньчжэнь.
меня, наверное, 10 потов уже сошло. Да, тоже покажи. Надо завтра поедем в магазин, купим все мать. Да они у меня есть черные. Смотри, небо чистое. А смог? Кто не смог, тот отдыхает, и небо чисто. Вот самолеты летают. Все повыключали. Фонтаны, все. Отлично. Holiday Place. О, а это не такой же, как мы это остановились. О, смотри, китайцы играют на гитаре. Далеко от отеля? Кто? Визит от отеля далеко? Нет.